Итак, всем привет, сегодня с вами Дантис, и сегодня мы проходим карту Skyblock, и я сейчас начал снимать, но у меня до этого не снимала, и вот только что оказалось, что у меня не снимала, это очень меня огорчило, вот, что еще сказать, вот. У нас есть саженцы, все есть. Ну и, наверное, подобываем камень, он нам очень пригодится. Ой-ой-ой, я в лаву споткнулся. Будем снимать по 14-15 минут, наверное. Да, именно по 14-15, нет. Сгорел мой камень. Ну ладно, ничего. Так, сколько у нас? 8 камней. Ну, наверное, 30... Да, 32 камня. Как мне это бесит. 32 камня наберем. Нам этого хватит. Нет. А, господи, блин. Как я... Не могу, когда у меня что-то не получается. А, я тут не упал. Как... Горьками там говорит, ну ладно. Да, наверное, штук 20 камня наберем. 20. Нам этого хватит. Как я читал, половина камня сгорает. Половина. Ну, половина нет, половина остается. Остальное просто я беру. Так. Играю я с Форджем, там некоторые у меня моды стоят, но я их... О-ля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 ! Я вроде бы снял моды, но... Ну ладно. Просто как бы я подумал, ну... Вдруг... В последующем я... Ну, все равно я буду еще играть, то есть... С модами, без модов-то какая разница, то есть... Вы в комментариях пишите, я хочу сыграть с, как же мод называется, Real Craft, да, как-то так, или Tropicraft, ну, так, наверное, сделаем себе еще досок, так, доски тут очень важны, без досок тут вообще ничего бы не было, без дерева, значит, что... И сделаем себе... А, нет. Так, это мы забираем. Нам, наверное, еще нужен... нам нужна лопата. Вот прям очень-очень нужна лопата. Так. Значит, это мой выклад. Так, уже идет ночь. Так, нам надо взять кость. Кость, чтобы посадить. Так, вот где посадить, я не знаю. Да, ладно, мы сейчас быстренько так территорию расширим, и будет все окей, все хорошо. Что такое-то? Так, расширяем нашу территорию. Я, кажется, знаю, где у меня будет. Так, делаем так. Делаем так. Так, да, сюда, наверное, можно... Землю сюда росток и, наверное, вырастет дерево. Так, я застрял в этом, но ничего. Где наш топорик, где наша лопатка? Так, добудем нашего дерева. Надо собрать ростки собрать. Где мои ростки? Я сказал, где так.
Можно еще два дерева нам вырастить. Ну и все, в принципе. Дальше пускай сами растут. Так. Будем делать саженцы, потому что тут все очень важно. Наверное, топором листву рубить не стоит, потому что и топор тут очень важен. Да, напрыгну. Так. Что? Так. Очень большое дерево, это хорошо, потому что больше. Ого! Какое великолепное дерево. Вам так не кажется? Ну ладно, пускай оно там все равно еще. Да, кстати, еще надо собрать. Такие деревья, когда попадаются, вот тогда жизнь наступает. Так. Я себя не спалю там. Нет. А, вот почему вот он замерзает. Я вот не знаю. Так. Наверное, надо нам добыть все-таки. Нам дотрать, наверное, эту кирку надо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл совсем. Вот. Все. О, господи, блин. Что-то я сказал, господи. О, блин. Так, мы играем уже где-то минут 5, да? Да, играем минут 5. Я, наверное, помолчу. Так, наверное, прервусь, потому что вам не интересно будет, как я добываю булыжник. И мы продолжаем. Я добыл уже стак. Да, стак. Я добыл стак булыжника. Это круто. Так, наверное, надо. Так, нет. Монстры у нас так и не появлялись почему-то. Но... Как жалко. Я хотел чуть позаработать на них там. Так, слегка. В описании было написано, что надо сделать ферму тростника и ферму. Кактуса. Вот. Можно еще сделать ферму арбуза, ну и так далее. Грибы, все такое. У нас есть 12 нитей. То есть тут есть все для того, чтобы выжить на этом острове. Необитаемом, проклятом острове. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, наверное, его в один блок можно будет, хотя, нет, да, моя проблема то, что, как сказать, я даже не знаю, я не сижу в блоге, то есть. А, и ладно, все. Фиг с ним. Вырастет новый, но. Опа. Так. Так, мне кажется, надо мне сделать печку. Так как без печки, ну, я не выжу, грубо говоря. Так, сделаем печку. Да, кстати, мне уголь нужен. Так. Блин. А, ладно, мы сейчас сделаем так. Так, мне кажется, туда надо поставить. Доску поставим. Не будет доску, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж я не могу найти.
Так, и нам надо получить уголь. Так, у нас вроде бы тут вода застыла, она нам не нужна, если честно. Вода. Так, играем уже 10 минут. Я не знаю, что делать. У нас такое дерево еще выросло огромное. Я за кадром его сломаю, получу доски. Всякое такое. Так, я думаю, наверное, нам надо расширить наш, блин, наш остров надо расширить прям до. О, господи! Так, это было страшно, очень было страшно. Я поймал, поймай, 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 блин, просто поймайся. Так, это хорошо. Опа, поймал. Поймал. Тут и было хорошо. Не, мне все-таки надо этот сделать. Да, заборчик надо и сделать из земли. Потому что, мне кажется, вот я возьму и упаду. Вот не знаю почему, но мне прям так кажется, что все, я упаду. Делаем так. Да, кстати, там внизу есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, я хотя бы воду не так закрыл, что прям закрыл. Ну, не так закрыл, значит. Ой. Сезам, откройся. Будем играть, наверное, в эту игру. О, господи. Я не знаю, что мне еще сделать. Так. Наверное, попробуем сделать ферму кактус. Будем делать ее здесь. Все. Я решил, я сделал все. Так, подождите. У нас еще где-то должен быть один песок. Вот. Мне кажется. Или нет? Ну, блин, ну должен быть просто еще один песок. Потому что так некрасиво смотрится. Хотя ладно. Так, и наверное, на этом мы и закончим. Если вы тут впервые, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Всем удачи. С вами был Дантис. Пока. Ту-ту.